Женщинам труднее найти работу, чем мужчинам. По статистике, с начала года на учете службы занятости города Якутска состоит более 1500 человек, более 600 из которых – женщины. Большинство из них имеют профессию бухгалтера, экономиста, а также с педагогическим и медицинским образованием. По данным, слабый пол ищет работу в области торговли и в сфере бытовых услуг. Сегодня в службе занятости столицы организовали ярмарку вакансий. Участие приняли более 10 работодателей, которые представили свыше 100 вакансий. Ну, у нас сейчас на данный момент у нас требуются операторы, почтальоны, главные специалисты и ведущие специалисты отделов и групп. Ну, у нас полностью соцпакет полностью. У нас все есть, и проезды, и у нас малоимущим тоже есть, для малоимущих есть льготы. Ежегодно мы им тоже производим выплату. Вот. У нас есть пансионат, мы отправляем в пансионат. Далее у нас, ну, как у всех, проезд раз в два года.